Нужна ваша помощь. Я собрал страницу как мог и отразил здесь основные моменты. Сокращенное название стихотворного размера в том шрифте, в котором он встречается в тексте. Полное название стихотворного размера в Деванагари, без сокращения. Номера страниц, на которых можно найти эти стихотворения в этих размерах. И подсчет. Как их окончательно и красиво упорядочить, я не знаю. Возможно, например, здесь по-хорошему надо было бы сдвинуть еще правее. То есть сделать одну черту и правее, и здесь одну черту, и здесь одну. Скорее, надо упорядочить, наверное, не по правому краю, а, наверное, по левому, иначе здесь тоже некрасиво. Нужна окончательная красота, нужна ваша помощь. Возможно, здесь будет уместен стиль Аточи, который я применяю в содержании. Значит, здесь в paragraph style, оглавление под, вот это двойное отточие, не просто точка, 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 как обычно, а вот это двойное отточие, оно, скорее всего, здесь тоже уместно, но, в общем, нужна помощь. Нужно навести порядок и красоту. Спасибо.